Здравствуйте, я очень рада снова приветствовать вас на моем YouTube-канале, и сегодня мне бы хотелось рассказать вам о линейке декоративной косметики от марки Dr. Hauschka. Я хотела бы вам представить, познакомить с новой линейкой декоративной косметики Dr. Hauschka Makeup. Она имеет также 50-летнюю историю. 50 лет назад начали создаваться и были на европейском рынке тени, были помады. Сейчас мы приравниваемся как к профессиональной люксовой косметике, которая может решить огромное количество проблем. Вы можете создать не только прозрачный нюдовый, да, макияж, но и вполне вечерний, достаточно плотный макияж, потому что есть определенное расхожее мнение, что да, уходовая органическая косметика – это качественно, это здорово, это может быть, но органическая декоративная косметика, она не может держаться в течение дня, она не может давать должное покрытие, не может использоваться в профессиональном уровне. Dr. Hauschka эти все границы разбивает, раскрывает и мифы рушит абсолютно. Dr. Hauschka Makeup мы расцениваем как четвертый основной шаг в уходовой. То есть у Dr. Hauschka есть основные уходовые шаги. Это очищение, тонизирование и уход. И четвертый этап, четвертый шаг, это использование декоративной косметики Dr. Hauschka. И поэтому, естественно, Dr. Hauschka Makeup с уходовой маркой, она прекрасно сочетается и может использоваться. И уходовую косметику мы всегда также используем для фиксации макияжа, для его освежения в уходе. И начну я свой макияж с использования тоника для лица, который мы наносим непосредственно на все лицо, на закрытые глазки. И просим своего, например, клиента, чтобы не было статичного напряжения, поухаживать за собой. Теперь мы будем наносить тон. Для Екатерины, я думаю, наиболее актуальный будет оттенок второй, который у нас называется миндаль. Это насколько плотная тональная основа и насколько стойкая? Это не сильно плотная основа, она больше плотность от легкого к среднему покрытию. Все зависит от того способа, каким методом мы ее наносим. Если мы наносим кисточкой, да, разглаживающим движением, то, естественно, покрытие будет достаточно легкое. Если мы будем бьюти-блендером наносить, то будет более плотное покрытие. И усовершенствовать, улучшить его, например, мы можем использовать предварительно какие-то рассыпчатые текстуры. Либо какие-то зоны делать. Двойное покрытие, да, чуть более плотнее в тех зонах, где нам нужно, да, конечно, никакого плотности и утяжеления на коже вы наблюдать не будете, а будете видеть более красивый фарфоровый цвет лица и ровный оттенок кожи. По стойкости она в течение дня держится очень хорошо, не течет, не скапывается, не сбивается в морщинки. Марка Dr. Hauschka также выпустила профессиональные кисти, которые являются веганскими, то есть они с синтетическим ворсом. Это является и более гигиеничной, гораздо более удобнее мыть. Также эти кисти более длительного использования. Они также доступны, да? Они доступны, да, также в продаже. Вы их можете видеть также на нашем стенде. Их пощупать и потрогать, и приобрести, они находятся в свободной продаже. Еще, Марин, я обратила внимание на вашу потрясающую палетку. Вы сказали, что она тоже доступна. Она доступна для профессиональных визажистов. Вы можете ее взять себе по своей ручке и посмотреть. А я буду, если вам не мешает. Здесь уже все, да? Да. Здесь представлены все сухие текстуры, которые есть в ассортименте. Не думаю, что каждому человеку это необходимо, не имея особых сильных, да, больших, может быть, каких-то профессиональных навыков. А для профессионала, безусловно, это будет находка. Следующим этапом мы будем использовать консилер под глаза. Используем мы первого оттенка, первого тона. Он очень удобно, да, вот так вот выдавливается, то есть у него такой интересный аппликатор, достаточно необычный. Мы поворачиваем, какое-то количество средства выдавливается, дальше мы его переносим на руку, да, и уже оттуда с помощью кисти. И наносим на внутренние уголочки глаз, а не наносим по всему контуру глаза, чтобы не создать эффект маски, не создать эффект ванды. Я так понимаю, что здесь в составе какие-то светоотражающие, да, легкие частички для того, чтобы эту зону подвысветлять. Да.
А также, как одна из новинок новой декоративной косметики, у нас появился хайлайтер, который имеет светоотражающие частички, которые мы можем нанести на носогубную складку, да, межбровные какие-то складочки тоже, чтобы скрыть и минимизировать акцент на этих небольших дефектах наших кожи. Да. Следующим шагом мы будем закреплять наш тон, и для этого мы используем также новую корректирующую пудру. Это вот. Которая, да, мозаичная, разных оттенков. В ней содержится большое количество, помимо порошка шелка, порошка рисового крахмала, содержится экстракт лекарственных растений, которые снимают воспаление, покраснение, раздражение кожи. Мы же используем большую кисть, тоже бренда марки Доктор Хаушка, которые также у нас имеются в свободной продаже. Очень приятная, одна из самых мягких, пушистых и необыкновенно приятных кистей. Я думаю, для нанесения Катерина мне это подтвердит. Теперь мы приступим к бровям, к созданию формы. В этом нам будет помогать гель для бровей и ресниц. Он будет их фиксировать, делать макияж бровей более стойким. И также их можно использовать как основа под тушь или как просто база для укрепления наших ресничек, чтобы они были эластичными и лучше их был рост. Он бесцветный или он бесцветный? Нет, он бесцветный, он прозрачный, можете нюхать, как он пахнет. В марке Доктор Хаушка работает парфюмер над созданием каждого косметического средства в индивидуальном порядке, собирает уникальную композицию эфирных масел, и практически каждое средство имеет уникальный аромат. Я как раз хотела сказать, что у вас даже продукты декоративной косметики, они в принципе очень схожи по своим запахам с продуктами уходовой косметики. Конечно. А мы пройдем сначала бровь гелем. Вы можете мне помочь и подержать. А для создания формы бровей я использую два центральных оттенка из палетки для бровей и теней. Сначала мы прорисуем верхнюю границу брови. Закрепим результат. Теперь мы приступим к щечкам, к созданию цвета. Коррекцию формы лица, да, выделим скулу мы бронзирующей пудрой. Заузим немножко лобик, да, и сформируем форму лица. В качестве хайлайтера создания дополнительного сияния, свечения кожи, создания свежего вида мы можем взять из румян наиболее мерцающий оттенок с блеском, да, сиянием, шиммером. Прорисовываем скулу под дугой, да, над бровной, немножко на спинку носа. И скорректируем, чтобы наши губки казались более объемными, над верхней губой галочку. И будем наносить румяна, завершать наш образ. И завершим мы образ, используя увлажняющую помаду. Мы берем коралловый оттенок. Это помада «Блеск», который не будет давать достаточно активного какого-то цвета, но она создает очень приятное, очень комфортное состояние на губах для создания такого мягкого макияжа. Мы не используем контур, не используем карандаш для губ, мы лишь немножко подчеркнем красоту нашей Кати и красоту ее естественных красивых губ. Как ваши ощущения? Достаточно комфортно, я думаю, как бы такое ощущение, да, как будто мы наносим бальзам для губ. Да, очень близко. И плюс небольшой какой-то оттенок, небольшое подчеркивание, какого, да, теплого оттенка вашей кожи. И я думаю, завершим, придадим дополнительный объем губам, используя блеск для губ. Уже берем пятый оттенок, это больше пигмент такого коричневого. Все оттенки можете вполне сочетать, взаимодополнять друг с другом. Марин, спасибо вам большое за макияж. Вы еще раз подскажите, пожалуйста, данную косметику, где можно найти? Она представлена
стойкие декоративные косметики, я думаю, мы сделаем на сайте информацию, где будут они представлены. И опять же, есть на сайте нашем, где купить в разделе, выделено специально, что присутствует в магазине декоративная косметика. Если это номинальная точка, то, безусловно, там присутствует такая стойка, либо стенд. Если вы уже обладаете информацией о оттенке, о цвете, который вам необходим, то любой интернет-магазин с нами сотрудничает также, и вы можете заказать у него нужный вам оттенок, это тон помады, либо теней. Хочу вас обрадовать, хочу с вами поделиться инсайдерской информацией. На сайте www.doctorhauschka.ru ежемесячно разыгрывается до 5 полноразмерных средств по уходу от марки Доктор Хаушка. Также вы можете подписаться на страницы марки российского представительства Доктор Хаушка ВКонтакте, в Инстаграм и на Фейсбук. Более того, там есть отдельный подраздел в соцсетях, на Фейсбуке и ВКонтакте есть отдельный подраздел «Консультация косметолога», где вы можете задать свои вопросы профессиональному косметологу марки «Доктор Хаушка», и Лариса с удовольствием ответит на все ваши вопросы. Итак, большое спасибо, что все это время оставались со мной. Если вам понравилось данное видео, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу, задавайте свои вопросы, я на всех них с удовольствием отвечу. И до скорых встреч на моем канале. Пока-пока-пока!